Продолжаем. Чем мы тут остановились-то? Мы туда идем, вообще не туда. Вроде туда. Вчера нашли инструмент для лазания. Осторожнее! Совыч вернулся! Совыч! Совыч, не надо! А в смысле? А что случилось? А что случилось-то? А что случилось-то? Почему я умер-то? Не верим? Ну, два человека уже сказал, что что-то будет не так. Так что есть подозрения свои. А что случилось? Я кнопку не отпускал. Что не так-то? Там конец. Нет. Ну ёпта мать. Возвращение Совыча. Совыч! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. И еще разок. Переручи ее. Я могу лазить? Готовься беги! Прыгаем! Я управляю вообще ему лично? Или это заставка? Никак нам громко отсюда спускаться! Высоковато! Опять? Ладно, верю. Я вроде не менял ничего. Почему так громко? Давай, колосс, тебе пора. Почему, мать твою, так громко-то ядрить? Все? И теперь внезапно громкость вернулась. Я в порядке. Не скажешь об этом существе. Что происходит? Да нет, вроде звук слышу, все нормально. Уже у меня наушники что ли накрылись? Или что происходит? Так, войти куда-то, не поднимая глаз. Войти. Буп. Так это какой-то шорткат, я так понимаю. Куда-то. Мало известных персонажей. А зачем? Нам нужны известные персонажи. Они все неинтересные.
Я уж лучше так, чисто вот новая история. Молодец, 10 из 10. Я что, не мог сразу сделать это, да? Угу. Да ты угораешь, что ли? Опа, двойной прыжок. А как играть-то, я уже забыл. Здорово, бро. Парирование, 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 парирование. Да ты еще нахер иди. Я никуда не ухожу, подожди. Подходим ближе. Я тебе не мешаю. Я тебе не мешаю. Где твое мастерство? Почему он не падал? Кто в меня стреляет? Где ты, пес, блядь? Ну. Убить нарушителя. Ну давайте попробуйте, хули вы. Ну, так и будете стоять. О, боже. Ну давайте, стреляйте. Серьезно, пацаны? Пацаны! Минус один. А друг твой выходить будет? Как, куда мне? Я не понимаю. Ты не заедрился там еще? Ты либо, блядь, стреляешь в меня и дохнешь, либо ты не стреляешь, и я прихожу к тебе и убиваю тебя нахер. Чуть себя не убил. Зашибись, прыгнул. Шедевр. Чё происходит, игра? Да куда я не туда целюсь? Чё сегодня, блядь, происходит с игрой-то? Бля. Ну чё ты с этим сделаешь? Попоп меня нахлестаешь? Ну давай, удачи. Не ожидали, что мы вернемся. Все же должен быть более скрытный путь. По правде, опуская мост, я понятия не имел, что там. Просто хотел посмотреть, что выйдет. Как ты с резаком на кошельке? Хихикает он, сидит. Как это империя не придумала огнестрел против джедаев, если все штурмовики ходят с винтовками?
Че, тут больно много ништяков как-то. Чего там? Давай. Понч новый. Он слишком опасен. Нужно убить его. Нет, отведем его к брату Вискусу. Надеюсь, чуваку дали корма. Очередное беспонтовое пончо, да? Да. Ну, видимо, нам сюда. Нет, туда. Сюда. Окей. Я наверх. Куда только вопрос? Сюда или туда? Или вообще вон туда? Может быть сюда? Похоже на сюда. Что с гудгеймом происходит? Чем он переконнективается каждые 2 секунды? Так, вроде нам сюда. А чем дальше качаем? Я вот эту хрень не прокачал, здесь нужно 2 очка, да? При точном уклонении Кэл на короткое время замедляет врагов, восстанавливает немного силы. Звучит неплохо. Но я хотел вот это, да? Максимальный запас здоровья. Ща. А куда мне идти? Не понял. Говорят, внизу. Гордись до пенсии, ёпты. Бестолочь. Чё говоришь? Как ты это делаешь? XX. Сразись со мной, друг! сика. Это он что-то меня заебывает каждые 2 секунды писать. Переподключилось. Применить, выключить. Да не надо. Напишите что-нибудь в чат, пожалуйста. Что-нибудь. А то походу Twitch тоже переподключился. Давай, еще стреляй. Да, конечно. Ну ты че угораешь? Ты теперь будешь в стену стрелять?
Да, класс. Ну что, Twitch переконнектился. Ничего особенного. Ай-яй, не в ту сторону. Нужен для меня этот ящик, вот в чем вопрос. И как, говорит, нам туда? Интересно, по этим штукам можно карабкаться? Похоже на правду. Куда ты? Молодец. Я тебя нашел, нарушитель! Чисто случайно ага, нашел сюда. Меня. Что это, веди? Молодец. Бей, Кристиана Бейла. Я по тебе попаду. Беги, поможешь мне? Я устал ждать указания от сестры. С этим нарушителем надо расправиться. Окей. Сейчас бы найти эту штуку, где посидеть. Я бы тогда, наверное, этот прокачал бы. Как раз то, что мог. Вернее, не мог. То, что нужно прокачать. Ой, она далеко. Едь. Едь, едь. А, сика. Там только чат. Если вдруг что-то с чатом с этим с твичевским случится, можно там писать. На сегодня он решил перезагружаться бесконечно. Поэтому вот он сообщение шлет, меня это немного бесит. Что вместо сообщений чата у меня сообщение Good Game переподключился. О, да, мне это так важно, сейчас Good Game переподключился. Здорово. Классно. Кэл, нашел гробницу? Почти, но немного отвлекся. С Гризом что-то не то. Говорит, видел кого-то у Богомола. Датамир плохо на него действует. Вроде он всегда такой. Ты в порядке? Я ничего не видел, значит. Да? Выхожу из деревни братьев ночи. Возвращаюсь к миссии. Все под контролем. Да, мы с Биди справимся. Ага. Сюда, что ли? Я тоже думал, прыгать придется. Что ли? Нет, вроде не пришлось. Это мы в начало вернулись. Короткий путь. Хорошо. Атакуем пришельца.
сломить! Бубна. Так, и чего ты мне предлагаешь? Просто по прямой идти вон туда? Хорошо. Наверное. Пускай будет так. Невозможно. Не знаю, заходил, нормально все было. Не знаю, что у вас там. Это. Ну-ка. Да вот заходит, без проблем. Не знаю, что у вас там. Не заходит. Идем дальше. Просто по прямой. Ты не путаешь ни с чем? Потому что у меня все работает. Провайдер был учить. Это провайдер. Старика не видно. Не попался ли он братьям ночи? Правильно иду. Здесь нарушитель! Ах ты, сика! Тебе не превзойти нашу мощь. Мощный, что пиздец. Я понял, Юран. Мой провайдер ничего не блочит. У меня работает. Это гробница. Теперь она открыта. Какого-то ляда. Еще справа проход есть. Я не буду отвлекаться. У нас времени не так много. Да что у меня сегодня с микрофоном? С наушниками? Есть, то есть звук, то нет звука. Кто орёт? Мой друг, мы добрались до гробницы Куджета в поисках Астриума. Не хочешь заглянуть? Посмотрим, что ты нашел. Ну, раскраска, понятно. Мурзилка, ага. Бля, прикинь, мурзилку до сих пор выпускают. Представляешь? Шок-контент. Я в смысле журнал. Все это просто... исчезла. Панель какие-то. Так, нет. Ничего. Не понял. А? А? К?
кнопками и не разучился пользоваться. Это рукой кнопки. Клон-штурмовик? Не понял. Устроим реванш позже? Да, конечно. Вот и славно. Ну что, на тренировку? Как всегда. Ну ладно, еще увидимся. Пока. А это еще до этих было, что ли? Скоро будут новые приказы. До третьей части? Наконец-то. Я готов убраться из этой дыры. Интересно. Ты торопишься? Хз, у меня с этим проблем нет. Мастер Топал! Мастер Влад Топалов! Проведем инструктаж? Да, учитель. Жду на месте. И что, без опозданий? Так я уже на месте, нет? Хорошо. Чего? Ага. Я думал, ты должен от следующей штуки прыгнуть. Я не допрыгнул. Я предвидел. Хорошо, подаван. Иди сюда. Иди сюда, куда? Сюда это куда? Ты куда хочешь, чтобы я подошел-то, алло? Куда ты хочешь, чтобы я подошел-то? Туда, что ли? Начнем с физической подготовки. Но для начала приказы. Бракка за нами. Выдвигаемся на Майгиту. Да! Нужно... Учитель, что с вами? Что-то не так. Окей, это прям ровно в этот момент. Нет, нет! Что же это? А почему командир... Приказ 66. Убить всех джедаев. Подаван, грядет что-то страшное. Клоны предали нас. Я не знаю, в чем дело. Пока что. Покинем этот корабль. Скорей. Доберись до капсул. Будь осторожен. Мы готовились к такому. Помнишь? Да, учитель. А как же вы? Я их отвлеку и сразу к тебе. Если вовремя не приду, улетай без меня. Встретимся на браке. Ты все понял? Да, мастер. Они близко. Я заблокирую двери. Но если что-то встанет на пути, сразу действуй. Иди. Влад. Да будет с тобой сила. Владушка. Иди. Ну же. Вон, стрелять на поражение. Нет, хватит. Топал убегает. Нам нужно подкрепление. Нужно потянуть, чтобы пробраться. Достаточно потянул? Я не понимаю, в чем дело. Что происходит? Мы следим за джедаями. Мелкого пока не видно. Ищите повсюду. Он не мог далеко уйти. Вентиляция вырубилась. Стой! Что за шум? Охраняй помещение. Я отмотрюсь. Ты все вот так у вот, нас да? Потери. Топал уничтожен.
Я не понимаю, что изменилось. Что это было? В технической зоне кто-то есть. Кажется, турболист рядом. Осталось еще немного. Я не удивлюсь, если он завалит того чувака, который первый нас встретил. Мяу! 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 Их допрыгнул. Мать его. Я вижу маленького подавана. Он в турболифте. Все получится. Просто нужно двигаться дальше. Прикончить его. Потом займемся топалом. Их много. Подаван, твой световой меч. Простите, учитель. Лезь наверх, встретимся позже. И теперь у меня нет меча. Здорово. Чё ты делаешь? Мелкий, чё ты делаешь? Ты нахуй... Дебил. Провайдер? Ну, технический мегафон. Так, net by net. Ты меч-то найдешь назад? Впереди и переключатель. Ох, чувствую, учитель сейчас убьют. Да, учитель. Так понимаю, это сейчас произойдет. Гигачат просто. Нам нужно уходить. Он вообще на расслабоне всех завалил. Ну правильно. Защищая его, он и помрет. Вероятнее всего. Меч отдаст. Кэл, Кэл, я перегрузил реакторы корабля. Взрыв даст нам уйти. Война не окончена, подаван. Держи оборону. Жди знака от совета джедаев. И помни, верь только в силу. Учитель. Ну его толпой взяли. Оби-Ван и Квай-Гон тоже, значит, не то, чтобы прям... Падаван. Супер долго дрались. Проведем инструктаж. Ты что, мне нужно тебя бить? Ты
ты бесхребетный. Твоя воля слаба. Не хватает выдержки. Покажи, на что способен. Ты позволил страху нарушить связь с силой. Я блочил. Да. В моей смерти повинен лишь ты, ученик. Ничтожество. Слабак. Предатель. Ты не джедай! Ёб твою, ты, блядь, серьезно сейчас? Он сломан. Ты, блядь, меч сломал. Бесполезно. Ты дурак? Зачем ты сломал меч? Зачем ты его сломал? Он был так хорош. Что ты наделал-то, ну? Беги. Спасибо. Давай выбираться. Не могу объяснить беде. Я и сам не понял. Какая кровь внутри? О чем ты говоришь? Второй раз уже пишешь, я второй раз не понимаю, о чем. Что-то пошло не так? А я тебя предупреждал. Лучше уйди. Уйти? А ты один останешься в этом опасном месте? Нет уж. Так, с меня хватит. Ты кто вообще? Он тот дед, за которым мы гоняемся, не боюсь, да? Нет? Таран Маликас. Я был джедаем, как ты. У нас много общего. Не думаю. Что? Здесь нет крови. Мы прошли истребление. Бойцы предали меня. Пришлось разобраться с ними и скрыться. Здесь. В этой глуши. Чья тьма поработила меня. Но я покорил ее. Это тебя почитают братья ночи. Да. Ой-ой. Эти дикари уважают лишь силу. Это он их рога спилил? А мы знаем, что сила — лучший помощник для нас. Нет. Нет, ты используешь силу ради власти. Так джедаи не поступают. Сейчас не то время! Темная сторона. Нас уничтожат, если не поможем друг другу. Мне не нужна помощь. Судя по сломанному мечу, это совсем не так. Ты что-то там видел, да? Что-то ужасное. На Датамире таких мест немало. Вступи в мою семью. Да нужен ты мне больно. И ты получишь контроль над силой. Нет. Нет, я знаю, у вас печеньки там, темная Вступи сторона. Вступи в мою семью. Но нет. И ты получишь контроль над силой. Нет. Звучит знакомо, Маликас. Сестра Мэрин, что ты себе позволяешь? Годами. Ты твердил, что это джедаи убили моих сестер. Перед тобой джедай. А ты хочешь, чтобы он стал твоей семьей? Надо было с ней разобраться. Ведьма, тебе не хватит сил! Сил. Ты безумен, Маликас. Датамир разложил тебя. Чё это такое? Я верила тебе. А ты сбил братьев ночи с пути. Я не джедай. Сестры ночи Датамира не предают своих. Наша связь нерушима. Твои сестры мертвы.
Да. Их могилы вокруг вас. Уф. Пойдем. И о том же. Она же умеет воскрешать. Как глупо. Эта сила тебе не подвластна. Вот вам урок. Если сестра ночи в опасности, восстанут все. Беги. О, нет. Ну, я побежал. До свидания. Ня. У-ху. Ай-яй. Тере, Тере, пусть Грис включает двигатели. Случилось. Сестра ночи оживила мертвых. Гонится за мной. Эй-эй-эй! Ты ведешь их сюда? Капитан, готовься к взлету. Как я ловко нашел выход. Без подсказок игры. Здорово. Я молодец. Уходим отсюда! Что за дела? Ты привел дохлых ведьм на мой корабль! Летим! В чем дело? Нашел гробницу? Меч твоего учителя. Я видел мастера Топала. Я видел, как он умер и что я натворил. Кэл. Все кончено. Я не спас его. Кэл, ты был ребенком. Нет. Нет, я мог спасти его, если бы был сильнее, смелее, если бы слушался его. Я мог спасти его. Я знаю. Кэл, пора бы мне рассказать, что случилось со мной при побеге. Устраиваемся поудобней. Готовим платочки носовые. Они привели ко мне Трилл. Взглянув в ее глаза, я поняла, что натворила. Она стала инквизитором. И что-то во мне сломалось. И я вышла из себя. Использовала темную сторону. Молнии? Молнии? Всех, всех до единого. Кроме нее. Столько лет. Я не могла себе это простить. Я сломалась. Во мне кипела такая ярость. Я пыталась ее унять, но от себя никуда не сбежишь. И все, чего я хотела, умереть. Но тут я узнала про Голокрон. Искра надежды, что у нас еще есть будущее. Надежды, что не все потеряно. Вставай. У тебя есть меч? Потому что мне бы сейчас пригодился бы меч новый. Я не в силах изменить прошлое, как и ты, то, что случилось с твоим учителем. Это в прошлом. Кэл, ты должен сделать выбор и решиться идти дальше. Как? Это будет твой первый шаг. Сделай свой меч, может быть, я не знаю. Ты сделаешь себе новый меч. Как? Я умею? Ну, мне нужен только кристалл, наверное, который сломался. Илум.
А он был на Илуме? Не помню. Ну и чё ты переоделся? Я тебе разрешал? Ну ладно, типа тут холодно, да? Кэл. Тебя ждет испытание. Да. Я готов. Но не только сейчас. Опасайся темной стороны силы. Ведь ей легко поддаться. Ты все еще борешься с ней. Хотя и перестала пользоваться силой. Борьба — наш удел. Это и есть испытание. Желание бороться делает нас теми, кто мы есть. Музыка классическая заиграла. Последняя надежда называется или как? Пора разобраться в том, кто я такой. Та-ра-та. Та-ра. Та-ра-та-та. Во, как ярко тут. Искошенное озеро. Озеро? Что-то озером тут и не пахнет. Это храм джедаев. Это было давно, но... Да, я помню. Каждый юнлин приходит сюда. То есть... О. Приходил. Когда еще были джедаи. Я же могу меч использовать? Нет, не могу. Жаль. Вроде там можно пробраться. Я буду осторожен со льдом. Где? А. В супер незаметном проходе. С Devil May Cry какие-то привычки непонятные. Я думал, телефонная будка. Хотел сказать, надо сохраниться. Прокачать чуть-чуть. Не та игра. Devil May Cry мы завтра продолжим. Какой-то прям начался. Все? Я на вершине мира! У-ху. Так а ее меч еще не работает, что ли, или что? Че ты им пользоваться не можешь? Она ж тебе его отдала, или ты че? Здесь медитировал великий джедай. Он вспоминал разные моменты своей жизни, свои приключения и испытания. Ни хрена себе, дали как много опыта. Ти Камрон. По-моему, я пропустил вход. Ну, а это я не могу. Да? Нет, не могу. Или могу? Нет. Чего смотреть? Чего смотреть-то? Ничего не разглядеть, да? Нам надо спускаться, а то лицо отморожу. Блять, ну ты молодец, конечно, спустился как надо.
Так, а где? Куда мне нужно-то? Там корабль что-то какой-то. Что-то там внутри-то, не помню. Можно не загораживать. Так, где-то здесь. Вот оно. Я тебя слышу. Это сбора. Комната сбора? Сбора чего? Или кого? Угу. Пойди сюда. Чё это такое? Раньше было красиво. Тепло хотя бы. Случилось с климатом-то? Храм джедаев. Магистр Йода расплавил дверь, чтобы мы попали внутрь. Мы? Не силой, кристаллом. Свет проходил через него, неся с собой тепло. Мы можем сделать так же. Окей, мне нужно этот кристалл сдвинуть чуть правее, видимо, да? Даем. Сюда я не вижу никаких спусков нормальных, ну если так, наверное, да? И то даже не знаю зачем. Чё увидел? Отлично. Статуя мастера джедая. Ты куда всё бежишь-то? Джедайские устройства. Тут что-то есть. А мы можем? О-о-о! А мы что-то можем так даже? Если это дерну, что будет? Ничего хорошего. Типа одну подсоединили. Хотя есть теория, что может быть... Нужно вон ту подсоединить. Ну-ка, пойди сюда. Так, и тупо, если я сейчас сделаю так, она начнет двигаться. Ну я так не играю. А чё-то я не так играю. Так я играю, все правильно я делаю, чё-то. А как мне назад вернуться? Ну как мне теперь назад-то вернуться? Алло, игра. Mm.
Не понимаю пока, что нужно сделать. Главное, как назад вернуться. Чем меня пока беспокоит? Ну, я не вижу никаких проходов. Пока единственное, что можно сделать. Но для чего? Это вообще главный вопрос. Чего-то я не понимаю. Так, не, подожди, давай-ка толкну его туда назад. Очевидно, что-то подобное нужно сделать. Я хотел наоборот сделать. Мне нужно вернуться к окну, чтобы впустить свет. Ты прав, та ледяная стена мешает. Какая ледяная стена мешает? Какая, блядь, ледяная стена тебе мешает? Что? Чего тебе мешает-то, не пойму? До туда я не допрыгну. Ледяная стена мешает. Вот это что ли? Вау. Качество было сейчас. Не похоже, что нужно делать пока что это. Если я это толкну. Что если делать так? Ну давай, миллиметр, дотянись! А куда я должен, наверное, попасть? Ни пизды не понимаю, что хотите от меня. Ну. Попадаешь вообще, нет? Ну-ка, подожди. Блять, хуйня полная. Да не это. То есть надо что-то подобное сделать. Вопрос, куда конкретно нужно этот кристалл тащить? Он должен что-то расплавить. А, может, он уже расплавил? Я просто не понял этого. Да, я просто этого не понял. Хорошо. Это было не совсем очевидно, потому что нам даже не показали, что что-то сломалось. Светоустойчивые кристаллы. Ну а до туда я не смогу. Я же не смогу. Нет.
Теперь у нас есть шорткат. Сюда наверх. Ну что мне это дает? Может быть, я что-то еще должен был расплавить. Ну, это единственный вариант пока что. Туда попасть на ту сторону без этого всего. Молодец. Не могу. А почему? Может быть, здесь что-то еще нужно сделать? Блэдство. То есть без этой штуки я не могу ничего, по сути, сделать? Что ты делаешь? Что ты творишь? Как мне туда наверх залезть теперь? Я без этой веревки не могу на ту сторону. Есть куда привязать веревку от окна. Значит, сперва нужно заняться кристаллом. Вариантов нет. Жу, как я должен допрыгнуть туда оттуда? Вы что, блядь, ебанулись? Че за прикол-то? Чего я не вижу? Я определенно что-то не вижу. Чего-то не хватает в этом пазле. Кристалл усиливает тепло света. Нам надо просто правильно его разместить и открыть окно напротив водопада. Какого, блядь, водопада? О чем ты говоришь-то вообще? Водопада, блядь, какого-то? Че? Какого водопада-то? Вот это что ли? Это не водопад, это стена ледяная. Куда привязать веревку от окна? Нет. Значит, сперва нужно заняться кристаллом. Кристалл усиливает тепло света. Нам надо просто правильно его разместить и открыть окно напротив водопада. Я могу это одновременно и толкать? Нет, не могу. Я что-то не понимаю, блядь, абсолютно. Есть куда привязать веревку от окна. Значит, сперва нужно заняться кристаллом.
То есть ты хочешь так сделать сначала? Давай так сделаем. Теперь что ты мне скажешь? Кристалл усиливает тепло света. Нам надо просто правильно его разместить и открыть окно напротив водопада. Есть куда привязать веревку от окна. Значит, сперва нужно заняться кристаллом. Чё ты делаешь, блядь? Ну я что, там наверху что-то пропустил, что ли, или что? Ну там же нет ничего. Тут нет ничего. Молодец, хорошо прыгнул. Хвалю. Кристалл усиливает тепло света. Нам надо просто правильно его разместить и открыть окно напротив водопада. Есть куда привязать веревку от окна. Значит, сперва нужно заняться кристаллом. И чё игра хочет от меня, блядь, не понимаю. Я уже везде пробегал. Усиливает тепло света. Нам надо просто правильно его разместить и открыть окно напротив водопада. Какого водопада, блядь? Какое окно? О чём ты говоришь вообще? Ты, блядь, можешь нормально трактовать, блядь, ёбаную загадку? Блядь, это пиздец. Какое окно? Какой водопад? О чем речь вообще идет? Ну я сделал, ну я открыл это окно. В чем проблема-то? Я не понимаю. Кто-нибудь понимает, что делать нужно? Потому что это, походу, надолго. Куда ты, блядь, падаешь? Ну ты иди нахуй, игра! Какова вероятность, что, может быть, это так нужно сделать? Пойдет так? Мне почему-то кажется, что я это уже делал, и это не сработало нихера. В плане я не мог дотянуться. Все равно не попадаю. Все равно не попадаю. Хорошо, минуточку. Если его освободить... Что будет? Он будет по центру. По идее, может быть так. Так он изначально так был, и это не сработало. Нет, разве? Что-то бред какой-то. Единственное, что я реально могу, это вот толкнуть ее и замедлить. Ну что я за это время могу успеть сделать? Абсолютно ничего.
с этим нет смысла. И как всегда, чат ни хера не знает. И подсказать не может. Я могу это остановить? Нет. Ну и что ты делаешь? Отсюда я не могу это сделать. Он просто не дотягивается. С этой стороны еще ладно, куда ни шло. В чем смысл? Если все равно не то, что нужно. Я вроде так пробовал. Не понимаю. Не понимаю. Ты, блядь, серьезно? Я делал это уже. Я это уже делал же ведь. Сука, ты угораешь надо мной. Делал, но не так. Угу. Чё там? Чего там? Чего увидел? Чего увидел-то? Чего увидел-то? Чего ты за мной бежал? Чего ты увидел? Ладно, хрен с ним, видимо, ничего. Подземные, подводные вулканы, класс. Не каждый день такое увидишь в играх. Тех трещин под водой идет тепло, но здесь дикий холод. Я чувствую его зов. Мы совсем рядом. Пещера кристаллов. Нельзя выбрать Кайбер кристалл. Это он тебя выбирает. Да, прямо как ты. Кайбер кристалл. Это кристалл для меча, что ли? Они типа только тут, что ли, есть? Чё-то какой-то продвинутый лор. Мне всегда, знаешь, вопрос задавался в голове. А почему... Ничего. А почему обычные люди не могут использовать джедайские мечи? Надеюсь, выдержит. Почему только джедаи могут использовать? Это же так просто, взял меч и все. Пора в путь. Ну, видимо, нет. Просто я не помню, чтобы это в фильме объясняли. Хоть в одном. Спасибо. Ну, либо я плохо смотрел, не знаю. Я... Где они их возьмут? Они столько джедаев убили, ты чего, блядь, серьезно? Вот пещера, где кристаллы берутся. С
чем проблема? Опять-таки, в чем проблема? Здесь империя же и делала эти мечи. Пронесло. Зов становится сильнее. Поспешим. И у них же у самих, у всех вот этих вот Дарт Молов там и т.д. У них же есть мечи эти тоже. Оказывается, кристаллы, я так понимаю, еще должен тебя выбрать. Это, блять, как оружие судьи Дреда, что ли, получается? То есть оно тебе еще и не разрешает собой пользоваться, если у тебя, если у тебя недостаточно этих силы. Понятно.